С вами Роман Скорняков, и в этом уроке я расскажу другой способ, как подгрузить текстуры в вашу сцену. Допустим, опять у вас вылетело или по какой-то другой причине текстуры перестали отображаться, появляется это окошко, и допустим, вы нажали «Продолжить» и дальше не знаете, как их подгрузить. То есть, как это вернуть окошко, тоже не знаете. Для этого есть как раз другой способ. Вы заходите сюда в меню «Customize». Здесь выбираете Configure User Patch. Нажали сюда. Здесь открываем вкладку External Files. И сюда мы подгружаем пути к текстурам. Для этого нажимаем кнопочку Add и ищем наши текстуры. У меня они опять же сохранены все в одной папке. Я открываю эту папку, нажимаю кнопку Use Patch. Вот у меня подгрузился путь. Все, нажимаю ОК. И то же самое делаю, как в прошлом урок я показывал, перезапускаю файл. После перезапуска все текстуры опять стали отображаться, и все. Нажимаем продолжить. В следующем уроке я покажу, как сохранить текстуры все в одну папку, то есть сделать архив.